эфире новостя. На микрофон уставились Макар Марковкин и Степан Шундуков. Здрасте. Отложить все газеты и послушайте новости со всего свету. Международные новостя. Посол Дании ФРГ Фрис Арне Петерсон заявил, что его страна отказалась от приема дополнительных беженцев. А что случилось? Ну, у меня два варианта. Либо закончились запасы толерантности, либо закончились свободные территории. Петерсон заявил, цитирую, население не хочет принимать больше беженцев. Вот поэтому надо принимать больше беженцев, чтобы они стали населением, и уж беженцы сами себя захотят принимать. По словам посла, ряд государств Европы, в том числе Великобритания, Франция, Испания, Италия, Польша, также не стремятся принимать беженцев. А остальные страны Европы? А остальные страны просто не успели отказаться принимать беженцев. Российские новости. В городе Кировске, Мурманской области, местные жители получили квитанции за коммунальные услуги со словами, похожими на русский мат. Подождите, может, это просто суммы по оплате услуг были? По словам одной из жительниц города, цитирую, в платежках есть слова «ойбех» к оплате «цуй» и «кох» унальный, значение которых совсем непонятно, но оставляет тягостное впечатление. Так надо вызывать сантехника? Зачем? А он придет и популярно объяснит значение каждого слова. Что на будущее несколько матерных синонимов приведет. Жители города не намерены оплачивать квитанции и собираются обратиться в Госжилинспекцию и Роскомнадзор по Мурманской области. Надо в обращении использовать те же слова, что и в квитанциях. Так до чиновников быстрее дойдет. Людям квитанции пришли со словом небывалым. От коммунальщиков намек, что мы им платим мало. Ну вот и все, что будет дальше, потом расскажут новостя.